Это стадион в поселке Новый Свет за пару дней до зимы. Сейчас здесь завершается реконструкция. Искусственное покрытие и строится спортивная площадка, по всей видимости, для воркаута. Как говорил Андрей Довгун, открытие состоится буквально на днях. Сейчас вот завершаются последние приготовления к открытию. Вот так вот это выглядит сейчас. Площадка спортивная для воркаута и большое футбольное поле. И вот там с краешку баскетбольная площадка. Подождем торжественного открытия. Крымский репортаж.